Всем привет, с вами снова я, Артём, это игра «Привет, сосед», и сегодня мы находимся в третьем акте, а это значит, что мы сегодня будем что-нибудь делать в третьем акте, блин, это ясно, понятно. Короче, я сегодня хочу остановить машины, попробовать каким-нибудь способом просто, ну там, коробки поставить, капканы им, вот в ряд, вот столько капканов поставить, лед там, такую стену изо льда сделать, ну... Вот так как-то. Ну а перед этим мне сначала надо запереть соседа под землей, то есть дайте я вам покажу, вот... Здесь, то есть построить такую коробочку изо льда и сюда положить соседа. Но для этого его сначала надо поднять. Поэтому мы взлетаем и начинаем делать всякую фигню. Ой. Страшно, очень страшно. Так, сперва мы подбираем соседа. Это я знаю, что будет очень долго, но... Да блин, он уже сбит. Короче, мне надо сейчас записать по-быстрому читы. Все. Готово. А сосед у нас, как я понимаю, спит в этой комнате, и это не есть хорошо. Еще мне надо писать Friends Forever. Но Friends Forever я тоже запишу сюда, чтобы активировать отсюда. Вот, два раза нажал, он у нас встает и бесится. А я тебе будильник завел. Слушайте, а мне интересно, вот я завел сейчас будильник, кину его туда, посмотрим, прибежит он туда или нет. Я просто ни разу такие эксперименты не проводил. Работает ли стелс в этой игре? Походу нет. Хотя, подождите, он бежит. Допустим. Ну, главное, в окно он побежит. Ну, короче, ничего надо. Показаться ему, чтобы он меня увидел. Потом взлететь сюда. А он сейчас здесь еще разбивать будет, ему надо помочь. Так, берем большую картину, делаем так, чтобы она углом аккуратненько вот так вот касалась дивана. Для того, чтобы бак уже точно сработал. И берем вторую картину чисто, чтобы про запас был. Но чтобы она не касалась другой картины. Это важно, потому что так бак может вообще не сработать. Вот так примерно делаем. Сосед у нас как раз уже здесь. А давайте, как у меня там, на 3. На 4, значит, останавливать. Хорошо, вот он пришел. Делает зарядку прям подо мной. Ушел. А теперь ждем. Вот я просто так стою и жду, пока он ляжет спать. Не, ну, конечно, с таким багом круто. Подожди, что я его поднимаю? Я даже еще ничего не построил. Смысл бы сейчас был поднимать. Так, для этого нам надо взять лед. Я не помню, как он, BP Ice, конечно. Для этого нам надо взять лед. Вместо Friends Forever поставим на нампад 5. И будем строить. Я не знаю, как я это буду строить. То есть мне сначала надо отмерить пол, где будет примерно. Пол у нас более-менее готов, это мы сейчас удалим, если что, и подправим. Осторожненько все сделаем. Только главное, мне сейчас все нафиг не стести. Хорошо. Так, дальше. Делаем стенки. Ну, вот такие щели маленькие можно ставить. Но вот такие большие, мне кажется, лучше не ставить, потому что у него нога в них застрянет какая-нибудь. Хорошо, сохранился. И теперь делаем стенки. Стенки можно, в принципе, над ними не париться особо, просто сделать такие линии. Типа окна. Но вот я, я про это вот и говорил вам. То, что перепутать можно кнопки и быть вот такая вот фигня. А поэтому делаем как? Мы загружаем игру, и теперь делаем все по новой. Вот такие вот пробелы можно делать, в них ничего страшного нет. То есть как пол примерно так же строим. Все, одна стенка готова, еще нужно таких 3. Все, то есть здесь у нас тоже все готово. Это прям одна комната здоровая получается. Еще можно сделать окно по центру, но я боюсь, что он из него выпадет. Так, вот последняя линия в этой стенке. И вот здесь, я думаю, сделать окно. С видом на подвал. Но я боюсь, что он из него выпадет. Будет там летать из этой коробки постоянно. Давайте сначала тогда сделаем обычную стенку. Если что, потом вырежем окно с помощью Destroy Target. Теперь осталось потолок. Я не знаю, можешь потолок сделать крестиком обычно. Потому что зачем он здесь нужен? Типа коробка будет привязана к дороге. То есть вот у нас коробка как будто привязана сюда. Лишние куски удаляем. Теперь будем туда помещать соседа. Включаем ГОСТ. И летим. Так, у меня сома на тройку. Он пошел двигать стену, да? Все, он обратно идет. Хорошо. Он, конечно же, все раскидает. Как же без этого? С одной картины, надеюсь, это все провернется. Надеюсь, долго ждать не придется, как в прошлые разы. Блин, нормально. Зачем ему дверь, если есть окно? О, отлично. Смотрите, как получилось. Легонько так дивана касается. Я думаю, теперь оно сработает. Все, включаем сломо и ждем. Так, вот он. Что это было?
О, у него же здесь есть фонарик, может пока поиграться. Интересно, как он будет включаться и выключаться. Так, ребят, он лег спать, а я вот очень не вовремя. О, отлично, он подобрался, смотрите, я его несу. И барабан-дробь. Ну, надеюсь, что получится. Да, наверное, потолок надо было сделать все-таки, это... Хотя нет, он не сможет выскочить, поскольку там картина чисто. Ускоряем время. Отлично, все. Идеально. Главное теперь ему не попасться. Все, он хочет вернуться обратно, но не может. У меня сейчас картина вот здесь выпадет, кстати. Смотрите, вот она. Так, он пинает лед. Ну, короче, сейчас мы, я ему поставлю все остальное. Берем плиту. Я не помню, как она называется. BP Stow. Target. Это я скопирую. Чтобы у меня была команда. Да, блин, а я все-таки им попался. А, давайте ему вот здесь плиту поставим. Он же в этот угол уходит. Будем топить лед. Труба-то... Труба выходит на поверхность. Так, погодите. А я могу по ней ходить? О. Жарил. И мне интересно, поможет ли он мыться. Кстати, у меня шахтер. Баф. Короче, баф работает. А, удаляем стол. Сохраняем здесь баф. Баф. И ставим ее в тот угол, в который не сможет сходить. Да, зависит план. Ну, я думаю, ему нормально. А, кстати, даже прикольно получилось. Смотрите, типа, он огибает эту штуку. Ну все, мыться он сможет. Это главное. Не пофиг, что на воздухе висит. И стол по центру здоровый. А, ставим стол. Конечно же, косячно. Как же без этого? Во! Не нравится мне. Во, отлично. Давайте несколько столов мы поставим. Вот. Так, все. А теперь пойдем ждать, пока он ляжет спать. Пока можно отдохнуть. Ой, тихо-тихо-тихо, он уже лег. А я-то что-то сижу, думаю. Хорошо, кидаем. Отлично. Теперь можно просто подождать. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. На плиту залезу. Картина, стой. Так, пожалуйста, не надо. Не надо. Хорошо, он за... Только не надо, не надо, не надо. Назад, 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 назад. О, все, он спустился. Я уж испугался. Короче, ребят, вот. Сосед у нас здесь. Ну вот, ребят, все, мы соседа заперли в доме. Ванна у него есть. А, он не может здесь пройти. Все, он может ходить. Надеюсь, он не застрелит больше. Фу, все. А, так, дальше. Удаляем вот этот вот кусок льда. Все, ребят, он в доме. Отлично, он может ходить по дому, гуляет. Только, блин. Ну вот, в общем, вот у него... А вот у него окно. Давайте уберем его, потому что нафиг оно ему. Здесь, мне кажется, надо закрыть. Просто такой столб сделать, чтобы он туда просто не мог ходить. Он там просто застреет. Тут мне надо, чтобы он туда ушел. Вот, все, хорошо. Я сейчас сделаю здесь стол. Готово. Теперь он в безопасности. А соседа мы заперли. Осталось остановить машину.